Боже, благослови Башкортостан. Этого американского полковника зовут Уолтер Беллс. В 20-е годы прошлого столетия он руководил гуманитарной миссией американской администрации помощи и спасал тысячи уфимцев от голода. Удостоенный звания пожизненного мэра Уфы, он, однако, не упомянут ни на одной материальной доске. Почему миссия, спасшая наших с вами предков, миссия, благодаря которой мы с вами живы, забыта? Очевидно, американцы сегодня – это исчадие ада, созданное Соросом для уничтожения и разорения мирных башкирских поселений. Тогда как власть нынешняя, спасшая от голода разве что своих родственников, зато на 33 поколения вперед успешно побеждает этих самых американцев. Правда, в Украине.